Оптового курьера по доставке наркотиков поймали на Камчатке. Им оказался 35-летний житель Нижегородской области. Мужчине грозит до 15 лет заключения. По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемый посредством сети интернет вступил в состав организованной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств через информационно-телекоммуникационные сети. В период с августа 2019 года по сентябрь 2020 он выполнял обязанности оптового курьера, доставляя крупные партии наркотиков в различные субъекты Российской Федерации. Преступная деятельность злоумышленника пресечена оперативными сотрудниками камчатской полиции в день его прибытия в краевую столицу. При задержании у него изъято более 1 килограмма 700 грамм наркотических средств синтетической группы. Уголовное дело направлено в Петропавловский городской суд для рассмотрения по существу.